На ней он поддержал решение руководителя муниципалитета уйти с занимаемой должности. Его Тимофеев озвучил накануне после объезда по району. Тогда на встрече с активом разделились мнения о работе муниципальной власти, и глава высказал желание уйти в отставку. Безусловно, вы сделали для района немало и внесли определенную часть в развитие, в экономику Ейского района. Но, тем не менее, сегодня район требует определенной перезагрузки, новых экономических решений, новых точек роста. Я не сторонник решений, связанных с маханием шашкой. Мне необходимо обеспечить стабильность в Ейском районе, экономическую стабильность, прежде всего, социальную стабильность. Прошу продолжать исполнять свои обязанности до избрания нового главы района. Согласен со всеми вашими замечаниями, с вашим предложением и задачей, которую вы поставили до проведения выборов по избранию главы Ейского района, выполнять все поручения и исполнять функции главы района. Добавлю, что Михаил Тимофеев руководил районом почти 5 лет. В октябре 2010-го он был назначен исполняющим обязанности главы Ейского района, а в декабре этого же года одержал победу на выборах. Тогда он набрал больше 70% голосов.